В администрации города прошло заседание комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Асбестовского городского округа. Были рассмотрены три проекта, которые планируется реализовывать в 2019-2020 годах на условиях софинансирования из частных и муниципальных источников. Первый проект «Студия мультик» Центральной детской библиотеки направлен на обеспечение условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей от 5 до 12 лет через изучение основ мультипликации и создания мультфильмов в студии при детской библиотеке. Сегодня в студии освоены простейшие виды анимации, но в библиотеке нет специального оборудования для съемок. В числе первоочередных задач реализации проекта – модернизация материально-технической базы. Второй проект – «Дорога к спортивному Олимпу» спортивной школы Олимпийского резерва. Он направлен на создание материально-технических условий для привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом и улучшения спортивных результатов. Спортшкола нуждается в приобретении необходимого оборудования для отделения прыжки на батуте и инвентаря для отделения лыжные гонки. Третий проект «Служу Отечеству с детства» направлен на создание на базе детско-подросткового клуба по месту жительства «Звезда» городского центра военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, формирование у них гражданственности, патриотизма и активной жизненной позиции. Сегодня мы видим изменение позиции власти в части поддержки народных инициатив на основе бюджета. Практика пока новая, но уже в Асбесте реализуется второй год. И не просто реализуется, а дает возможность нашим инициативам наших жителей привлекать бюджетные средства. Принцип один. Народ, люди, население выходят с инициативой. Эта инициатива рассматривается, обсуждается, защищается на различных этапах и получает источник финансирования. Необходимо обратиться в администрацию города, главе города и предложить свою инициативу и свой проект. Сегодня в рамках данной инициативы мы с вами видим, что есть соответствующие средства, которые мы привлекаем для реализации таких подходов. Три проекта, три инициативы населения, которые реализуются именно исполнительной властью. Наверное, это тот прецедент для города Асбеста, когда власть напрямую работает с населением. Когда есть инициатива, тогда есть результат. Пользуясь случаем, я обращаюсь к нашим жителям. Вот если есть сложившаяся проблема, есть предложение решения этой проблемы, то, соответственно, уже механизмы мы обязательно поможем определить. И самое главное, мы этот проект реализуем.